Юрий Тарасов, наладчик машиностроительного завода, энтузиаст-конструктор, увлек своим делом многих мальчишек своего двора. Разумеется, как и в каждом начинании, сразу же возникло множество проблем. Проблема в чем? Не хватает нам, взрослым и детям, кто занимается этим, не хватает участливого отношения всех взрослых, всех, кто близок вот к этому, к решению наших проблем, вот наших обеспечений всеми этими вещами, как материалы, помещения. В школьной реформе правильно сказано, что надо обязывать предприятия шире участвовать вот, в воспитании молодежи, предоставлять им возможности для технического творчества. Но наши шефы, вот, допустим, завод по ремонту автомобилей, он как-то относится к нам довольно-таки прохладно. Мы приглашали на выставки даже, они не торопятся к нам идти. То есть не всегда получается, как мы хотели бы. И желающих очень много попасть в кружок. Приводят папы, мамы, просят принять. Ну, я... есть предел. Помещение 30 квадратных метров не может принять всех желающих. Будем надеяться, что все это болезни роста. Потому что пример Юрия Тарасова не единичен. По существу в Чебоксарах развернута настоящая программа под названием «Город детям».